Добрый день. Сегодня мы на трех вокзалах. Вот памятник святому великомученику Георгию. И идет дождик, поэтому здесь никого нет. Обычно здесь столько народу. Вот редкий случай. Пользуясь случаем, хочу записать здесь видео. И, конечно же, сегодня самое время включить фонтан. Самое время, самое время наступило, когда дождь, люди разбежались. Вот, ну, немножко сдвинусь вперед, чтобы не так шумело от фонтанов. Какой мы можем сделать отсюда для себя вывод, какой извлечь урок? Ну, конечно, все надо делать вовремя. Все надо делать вовремя. Вот если ты не вовремя, даже и хорошее дело начинаешь делать, то это, ну, это в лучшем случае просто смех, да? Вот. Вот если вы смотрите, что на улицах улицы опустели, да, храмы опустели, вот, стоит ли включать свой фонтан в это время? Вот. Не подождать ли, то есть, может быть, уже поздно фонтан-то включать? Надо было раньше его включать. Да. Вот. То есть, не то время, может быть, уже. Не то время, надо подумать, какое же сейчас время и что сейчас нужно. Нужен ли сейчас фонтан? Вот. Знаете ли, вот как ребенок, у него одни заботы, одни дела. У человека среднего возраста другие дела. А вот у старика, которому осталось жить месяц, у которого впереди агония тяжелая, он очень больной человек, у него уже начинаются острые боли. Может быть, ему чем-то другим заняться, совсем не тем, чем человеку среднего возраста или там ребенку. Вот. Вот, кстати, тоже не вовремя включили музыку, да, мешает. Вот что-то не вовремя происходящее, оно не на пользу идет. Вот надо бы подумать, да, вот представьте себе, ну, говорят, вот человечеству 70 с чем-то тысяч лет. Ну, то есть один век, 100 лет можно считать за год жизни человека. Если представить себе человечество стариком. Может быть, нам осталось действительно уже вот месяц такой жизни, то есть какая-то часть века. Надо подумать, что нам на самом деле сейчас нужно вот в этот последний месяц жизни человечества. Чем-то очень важным надо заняться, пока есть время. А, скажем так, не запусканием каких-то фонтанов для развлечения толпы. Для смеха, на самом деле, толпы, которая понимает, что, дорогие мои, ну, не вовремя это все, не вовремя. Надо чем-то более важным заниматься, надо от грозы спасаться. Вот, вот такие мысли.